Всем привет! Сегодня 30 июня 2019 года, и я хотел бы сегодня вам показать кусты, которые плохо перезимовали. Вот куст номер один, это кадрянка. Она перезимовала плохо. Вот эта лоза, которую я оставлял на рукава, ничего с нее не появилось. И вот в таком виде, без прироста, этот куст и был. И вот буквально неделю назад появился прирост. С корня отбил прирост. Вот он растет, уже вырос сантиметров на 60 примерно, и пошел куст расти. То есть верхняя часть примерзла, скорее всего, и с корня погнал куст оживать. Сейчас покажу еще следующий куст. Вот остальные кусты, которые ровесники этого куста. Вот ничего не померзло, с рукавов пошел прирост, все нормально, все, вегетация идет. И вот еще один куст такого же возраста. Этот куст вообще на этой неделе появился. Прирост зеленый. То есть как мы приезжаем раз в неделю примерно на виноградник. На прошлой неделе не было этого прироста. На этой неделе появился. Вот уже сантиметров 30 примерно самый верхний черенок, который вырос. 30 сантиметров имеет длину. Вот так вот выглядит куст, который плохо перезимовал. Итак, с этого следует сделать вывод, что не стоит спешить корчевать кусты винограда, которые плохо перезимовали. Можно подождать даже до конца июня, и может что-то появится. Всем спасибо за просмотр. Пока!